Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас с вами третий рецепт запекания курочки. У нас уже было до этого предыдущих два. Мы с вами делали с майонезом. Заодно был обзор майонеза. Красная цена, посмотрите обязательно. С соусом Хайнц делали. А сегодня у нас с вами другой. Наверное, уже по названию вы догадались, мы будем делать с вами с медом. Такой у меня мед. Он не сильно льется, но если подождать, как бы он, вернее, течет не сильно, но если подождать, он течет хорошо. Мы будем делать курицу сегодня с медом. Когда-то очень давно, с родителями, когда я жила, мы всегда делали курицу с медом. Это было безумно просто вкусно. Мы делали ее довольно часто, то есть мед как бы в духовке был там при большой температуре, но тем не менее в течение многих-многих, кстати, лет, то есть не один год, а в течение многих долгих или многих, да, много лет мы так делали. Ничего с нами не случилось, то есть все нормально. И в этот раз я тоже хочу вместе с вами сделать с медом. Вот я набрала ложечку, и сейчас мы будем с вами ее обмазывать. Давай. Опа. Ой, потекла. Убежала. Сейчас посмотрим. Надеюсь, он намажется. Без специй у нас курочка сегодня. Чисто просто с медом. С вами посмотрим, какая она у нас получится. Попробуем с вами ее. Вот кто-то мне писал в комментариях, что нужно мариновать. Честно, я никогда в жизни не мариновала курицу. Я всегда намажу там. Ну, обычно я с майонезом делаю. С медом я уж просто соскучилась. Давно не делали. В какой-то момент мы с родителями сделали с майонезом. Со специями нам понравилось безумно, и все. И мы про этот рецепт уже просто забыли. А уже там чисто для вас я стала так думать, что же еще-то вам придумать такое интересное. Решила вот такой способ вам придумать. Не придумать, а вспомнить. Вот. Поэтому... Мы делаем с вами... Я никогда не мариную. Я сразу и майонезом всегда намазывала майонез и сразу в духовку отправляю. Не жду там полчаса. Как правило, обычно нет времени. Там уже лежит у вас на столе курица разрезанная, и уже слюнки начинают течь. Еще ждать, пока она там замаринуется, или сделать массаж там ей и так далее. Нет, я не делаю. Ничего этого. Напишите в комментариях, делаете вы массаж курицы или нет. И что дает вообще это? Так, вот тут, кстати, тоже мы помажем. Тут вот эти вот кончики хорошо запекаются. Вот. Можете, кстати, может посыпать специями. Потом расскажете, как мед со специями может был. Может, какой-нибудь корицей посыпать. Нет, наверное, я не буду сыпать корицей. Не знаю, что из этого получится. Так. Вот, ну и все. И отправляем с вами в духовку. Я отправляю в духовку на 200 градусов. И буду запекать 60 минут. Ну, час. Час. Целый час я буду запекать ее. И встретимся с вами уже. У меня это пройдет час. У вас это 1 секунда. И будем ее пробовать. Посмотрим, как она вкусная. Получится у меня или нет. Не разучилась я ее делать с медом. Интересно.
Вот она, наша курочка, приготовилась. Посмотрите, какая она симпатичная. А то, что вот это вот черное, это не подгорелое. Это просто меда здесь намазано больше. Тут по бокам, допустим, меньше, здесь побольше. То есть это просто запекся мед. Вот так. Это, кстати, еще как бы хорошо, она довольно выглядит. Потому что, когда мы с родителями ее мазали, она была у нас целиком вот так черная. Тут тоже, и это прям корочка просто восхитительная была. Сейчас мы с вами тоже ее попробуем. Так, и, наверное, попробую я у грудки. Сейчас подцепим ее. Опа. Ах ты, мясо подцепило. Вот так она подцепляется кончиком. И сейчас мы ее попробуем. Бесподобно вкусная. Просто обалденно вкусная. Вкус, ну, не то что меда, может быть, какой-то легкий аромат меда есть, но больше мяса, курицы. Очень вкусная. А с родителями, я помню, когда запекала, она была более черная, и она в некоторых местах даже была хрустящая, эта корочка. Вот сейчас, видимо, я мало намазала все-таки медом, надо было посильнее намазать ее. Ну, в принципе, она тоже довольно вкусная, такая она не настолько мягкая, как, допустим, когда майонезом ее помажешь. Очень вкусно. Обязательно попробуйте, сделайте. Я думаю, вам понравится. Обязательно пишите мне в комментариях, понравилось вам или нет. Вкусно было или нет. Ну и, соответственно, давайте попробуем само мясо. Хотя, мне кажется, не зависит то, что там мазали, допустим, вы на кожицу куриную, да? И то будет... Ой, на мясе. Ай. Убегает. Бульончика, кстати, очень много получилось. Да, я еще, кстати, забыла вам сказать, я еще воды туда подлила чуть-чуть. Я всегда подливаю, но могу забыть сказать. Мясо прям нежное. Видимо, вот тут вот с краю оно прям нежненькое. Попалось, наверное, мне так, не знаю. Ну, в принципе, вот все на сегодня все. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Обязательно попробуйте этот рецепт. Может быть, уже кто-то пробовал. Может быть, что-то еще добавляли. Обязательно пишите мне в комментариях. Вот. И также смотрите наши другие ролики. Также про курочку. Предыдущие два рецепта обязательно посмотрите. Также смотрите другие ролики, влоги, обзоры на продукты, продукты из Фикспрайса, светофора, обычных магазинов и много-много другое, путешествия. И всем пока-пока. С вами был канал ArtMania.